Член общественной Магаданской областной палаты и общественный помощник губернатора Магаданской области. Ну, несмотря на то, что публичная личность в Магадане, с большим трудом пробиваю идею реализации проекта постройки дороги Магадан-Хабаровск. И мы на предыдущих этапах проговаривали, насколько эта дорога может быть реально построена. Сейчас мы говорим реально, но теперь я должен знать, какие мне назвучивать цифры временные. Вот, допустим, 1800 километров дорога до Хабаровска от Магадана, смешанный ландшафт, это и торфы, и сопки, и тайга, и тундра. Вот за какой период вы вот так на пальцах прикиньте, чтобы я мог говорить? За полгода, за год дорога может быть построена. Потому что мы не говорим про деньги, мы говорим чисто про техническую сторону вопроса. Ну, я уже сегодня говорил, как по точным метрам можно строить. Где-то половина срока строительства это займет проектирование. Это очень важная часть. Надо сначала сделать проект, чтобы потом построить. И половина срока само строительство. При этом эти процессы запараллеливаются. Там сложные условия. Я служил на Дальнем Востоке, я представляю, какие там условия. На ракетных войсках, кстати, я служил. Там и эти сопки представляю, и грунты, и климат, и так далее. Так. Поэтому, если строить несколькими отрядами, то строительство само займет года полтора-два. И полтора-два года надо проектировать, потому что там очень сложные условия. Но когда эти процессы запараллеливаешь, то есть надо параллельно делать, то в принципе за 3 года можно этот проект реализовать. При наличии финансирования. Естественно, без финансирования даже нет смысла говорить о проекте.